Всем привет. Остались последние солнечные деньки. Я надеюсь, что не последние в этом году, что солнце еще будет. Но как бы по теплой погоде говорят, что уже как бы не сильно можно на что-то будет рассчитывать. Я воспользовалась этой возможностью, делаю свои лазеры. И, в принципе, тут 2 минуты дойти до остановки. Я быстренько вам расскажу по поводу... в какой-то степени, да, самодисциплины. Вот получается, что сейчас остаток лета, да, можно было бы там просто ходишь на работу, возвращаешься домой и как бы ничего не делаешь. И объективно времени мало получается. Но вот до пересадки у меня несколько остановок, и за эти несколько остановок я успела сделать урок по Duolingo. Вот, чему несказанно рада, потому что не хочется, чтобы сбился мой, как это, прогресс. Вот. И да, параллельно занимаюсь в лазерах, которые вот сейчас на мне очки, да, для поддержания, скажем так, своего зрения в хорошем состоянии. Собственно говоря, касательно учебы, я понимаю, что многие молодые люди, то есть лучше, скажем так, пойти отдыхать, выбираться все проще. Вот. Но я еще, когда училась в школе, я по полной программе использовала лето, то есть даже если ты идешь на речку, брала с собой какие-то книжки, и в какой-то степени, может быть, это многозадачность получается в каком-то роде, но тем не менее ты и отдыхаешь, и получаешь какие-то новые знания, и в принципе это круто, потому что тебе и лето запоминается хорошим аспектом твоей жизни, и при этом ты получаешь что-то новое, создаешь новые связи в своем мозге, нейросеть строишь и так далее. Вот. Я фактически на остановке, на трамвай бежать не буду. Вот, такой вкратце в учебе. Это, знаете, как это, наверное, больше Orgelinkfest. Больше для тех, кто, времени не хватает, но, в принципе, я понимаю, что, может быть, нагрузка больше тогда становится, но, тем не менее, если есть желание что-то изучить, то время можно найти хотя бы в транспорте. Все. До новых встреч, друзья. Я сажусь на свой транспорт, а мы с вами увидимся в следующем видео. Спасибо за просмотр.